Поезде из Луганска. В туалете я прочел очень мудрое изречение. Вы же смеетесь. Постойте, пока я произнесу это изречение. Я понял, что это сам Кришна говорит со мной со стены туалета. Остроумная администрация, зная уровень культуры людей из бывшего Советского Союза, написала объявление большими буквами. Каких бы результатов вы ни достигли, смойте их. А если результаты превзошли все ваши ожидания, воспользуйтесь ёршиком.